Дикун Ирина Вячеславовна, я директор коммунального предприятия «Зайцево сервис». В последнее время в нашем поселке обострилась ситуация. Начались сильные обстрелы поселка. Последние 3 дня, с 9 вечера до утра, до 4 до 5, идет с тяжелого обстрела. Очень много обратно пожилого массива падает. В основном около 15-20 за ночь идут. Дома. То есть, слава Богу, жертв нету в нашем поселке за это последнее время, но каждый день нету света. То есть, благодаря спасибо РСУ, после обеда свет появляется, но следующая же ночь наступает, обратно попадание, и снова поселок без света. Сегодня тоже такая же была ситуация, снова поселок обесточен, без света находится. Разрушение около 15-20 домов. В основном это осколочное попадание, прямых попаданий нету. Ту ночь 2 дома сгорело по улице Мирной. Ну, что еще сказать? В том, что обстановка обострилась. Произошла ротация на той стороне, поэтому новые освободители пришли, освобождают наш поселок. А естественно, страдает мирное население, потому что в основном все только бьют по жилому массиву.